Доброе утро. Это программа «Культурный слой». Меня зовут Юлия Балабанова. Поговорим о хорошей музыке и о том, где ее можно услышать. Завтра отличную музыку можно услышать в Пермском доме народного творчества «Губерния». Там состоится большой концерт группы «Калинов мост», посвященный 20-летию альбома «Оружие». 20 лет назад лидер группы трактовал название альбома так. Слово складывается из «орать», что на старославянском означает «пахать», и «жичи» – «жизнь». Пахать, трудиться, чтобы утвердить жизнь и внутреннюю свободу перед лицом вечно наступающей смерти. Приходите в «Губернию», чтобы окунуться в это мощное мифологическое пространство «Калинова моста». 23 февраля в частной филармонии «Триумф» бывший пермяк, а теперь артист театра «Городский холл» Виталий Коваленко представит программу «Джазмен играет классику». Вместе со своим сыном Александром Коваленко, лауреатом фонда «Новые имена», пианист исполнит произведения Баха и так называемых венских классиков Моцарта, Бетховена, Гайдна. В конечном счете из барокко вышли венские классики, а романтическая музыкальная традиция, в свою очередь, очень обогатила джаз. В мире музыки все взаимосвязано, и тем не менее исполнение классических произведений и джазовых импровизаций отличается кардинально. Надо перестраивать все, и руки, и голову, говорит Виталий Коваленко. О том, что чувствует джазмен, играющий классику, мы узнаем на концерте 23 февраля. В ресторане «Форт Грант» в эту пятницу швейцарский джазовый квинтет «Soundfields». Это новый джаз 21 века. Тексты вокалистки Йохана Джиличи светлые, умные, легкие. Прекрасный катализатор для рождения музыки саксофониста Йохана Балдеса. В Большом зале филармонии выступит хор Валаамского монастыря. В программе «Свет Валаама» прозвучат старинные церковные распевы, русская духовная музыка, Глинка, Рахманинов, Чесноков, лирические и патриотические песни Первой мировой и Великой Отечественной войн, стихи поэтов Серебряного века и современных авторов. Во Дворце культуры имени Солдатова один из самых известных российских аккордеонистов Петр Дранга 24 февраля играет в сопровождении камерного оркестра. Концерт Петра Дранги – это, как всегда, виртуозное исполнение, живое общение с публикой, танцевальные треки и искрометный юмор. Полной противоположностью по настроению этому концерту станет уже традиционный музыкально-поэтический хэппининг «Стихи в темноте», который проводит театр-лаборатория «Птах» и частная филармония «Триумф». В темном зале под деликатное импровизационное сопровождение пермских музыкантов каждый из присутствующих сможет прочитать вслух свои любимые поэтические строки. Начало мероприятия 24 февраля в 22:00. Слушайте музыку, хорошую и разную.